продается двухкомнатная квартира, 70 квадратных метров, частично меблированная, в Оренбурге по улице Герцена, 47, телефон 22-73-07. Сдается однокомнатная квартира, обращаться по телефону 25-60-22. Продают двухкомнатную квартиру, 73 квадратных метра, в Оренбурге по улице Липовой, 1, кухня 17 квадратных метров, цена 3 миллиона 300 тысяч рублей, телефон 21-53-33. Предприятие «Оренбурггазтранс» предлагает в аренду офисные, производственные и складские помещения от 20 до 500 квадратных метров по адресу улица Терешковой, 144 и улица Транспортная, 2. По всем вопросам обращаться по телефонам 73-24-72 или 21-05-81. Сдается однокомнатная меблированная квартира. Телефон 24-41-41. Продают трехкомнатную квартиру улучшенной планировки в городе Кувандыке. Телефон 8-90-68-400-673. Щенки «Бигль». Обращаться по телефону 8-922-840-61-53. Ремонт стиральных машин. Запчасти. Телефон 60-60-80. Вахта. В Западную Сибирь требуются лицензированные охранники. Полный соцпакет. Телефон в городе Самаре 8-846-338-04-64. Требуются сварщики. Звонить 59-33-44. В производственную организацию требуется экономист, высшее образование, опыт работы на производстве, юрист, высшее образование, опыт работы. Обращаться по телефонам 30-62-54-30-62-53. Требуется кассир, повар японской кухни. Звонить 29-80-10. Требуется оператор со знанием 1С, телефон 8-922-853-88-93. В прачечную требуется технолог старшей смены. График работы 2 через 2, телефон 30-20-10. Требуется повар, посудница, звонить 90-84-60. В офис требуется уборщица с 8 до 17 часов, полный соцпакет, оформление по Трудовому кодексу, зарплата 11 тысяч рублей. Звонить с 12 до 17 часов по телефону 27-97-10. В пекарню требуются пекари и повара, зарплата достойная, телефон 8-932-535-11-59. Московскому представительству требуются сотрудники охраны, в том числе женщины. Телефон 31-28-02. В производственную организацию требуется системный администратор, знания и опыт ЛВС, серверов Windows 2008, Linux, 1С, разнорабочий, с навыками слесаря-сантехника. Обращаться в рабочее время по телефонам 30-62-54-30-62-53. В заготовочный цех требуется зав. Производством. Зарплата стабильная, телефон 29-80-10. Банковские сотрудники, работа с клиентами от 19 тысяч рублей, телефон 94-55-44. Завхоз 37 тысяч рублей, администратор 24 тысячи рублей, телефон 46-68-97. Педагог в офис 25 тысяч рублей, документовед 20 тысяч рублей, обращаться по телефону 61-40-34. Кадровая документация 25 тысяч рублей, телефон 60
44-71. Офисная работа. В том числе рассмотрят студентов старших курсов. Телефон 23-29-20. Сотрудники в офис. До 50 тысяч рублей. Телефон 69-54-01. Официальная офисная работа. 26 тысяч рублей. Телефон 26-69-54. Кадровик – 25 тысяч рублей. Товаровед – 30 тысяч рублей. Телефон 60-37-80. Снабженец – 33 тысяч рублей. Медработник – 26 тысяч рублей. Звонить – 23-83-25. Сотрудник на документооборот. Ассистент руководителя. Телефон 26-35-65. Кадровик. Можно без опыта. 18 тысяч рублей. Телефон 59-49-40.